Отъехали мы от Пизы 50 километров и приехали на Керенское море. Цвет воды здесь необычный. Очень красиво. Очень большой берег, пляж. Строили кто-то домик отдыхать от солнца. А здесь вот такой канал. Идем на парковку. Там цветочки такие красивые. Катаются на лодках там вдали. Ждут волну.
стоянка для лодок. Здесь автомобильная стоянка. Там вон кемпинги стоят. Да, там вдали он, Илечка подсказывает, кемпинги стоят. Пришли мы на парковку, где оставили свой автомобиль. Сейчас настроим навигатор и будем дальше ехать в путь.